Глава региона Глеб Никитин проголосовал дистанционно. Как отметил губернатор, Нижегородская область уже второй год использует такой формат выборов. В прошлом году, напомнил губернатор, Нижегородская область была среди двух первых пилотных регионов, где можно было так проголосовать за поправки в Конституцию. Система дистанционного голосования неоднократно проверялась и полностью исключает какие-либо вмешательства. При этом, естественно, можно проголосовать и очно. У нас более 2100 участков открыто. Везде ведется круглосуточное видеонаблюдение с хранением соответствующих изображений в архиве, для того, чтобы какие-то, если будут вопросы или претензии, чтобы можно было это разобрать. На самом деле, могу сказать, что вообще каких-либо возможностей для фальсификации в любую сторону сейчас просто физически нет. Поэтому голосование организовано максимально прозрачно. И остается только надеяться и призвать нижегородцев воспользоваться своим конституционным правом прийти и проголосовать.